Всегда начнем с позитива. Вот интересно, вот какая сволочь приехала сюда? Ну, наверное, по личному делу и выкинула бутылку. Беда. Так, вот тут красивый цикорий. Сейчас мы пойдем глянем. Ой, а я пошла как раз туда снимать, и вы пришли. Маш, ты вообще правила дорожного движения знаешь, нет? Но самое интересное, что этот цикорий, да, он какой-то неприметный. Вот на самом деле. Вот он просто неприметный. Цветок какой-то. Если вот прям, ну, концентрироваться на нем, как бы, да? Да, то ты его увидишь, красоту. А если вот так просто, ну, общая картина, то не очень. А куда все угнали? А я осталась.